Всем привет, друзья, с вами Имума, и сегодня будет очень интересный ролик. Я вот сейчас буквально-таки через 20 минут должен уже убегать, но этот магазин нельзя пропустить вот именно по скинам. И сейчас, я думаю, судя по ролику, вы уже поняли, о чем пойдет речь. Давайте мы с вами сейчас попробуем скатать как пират. Для этого мне помогут боксерские бинты, сейчас буквально одну секунду я их как-нибудь накидаю. Может быть, как Тара накидать, но глаз сверху не получится один поставить. Так что погнали. Ну все, готово. Правда, я признаюсь честно, мне уже неприятно. Довольно-таки неудобно сидеть. От этого правый глаз очень часто моргает, из-за того, что левый тоже прикрыт. Но я выбрал левый, потому что в стойке правосторонней я всегда бьюсь. Моя левая часть, она всегда чуть ближе. И мой левый глаз, он хуже видит, чем правый. Так что оставим более сильный глаз. Но я сейчас давайте заценю сначала Джина. Посмотрим, как это катать с одним только открытым глазом. Вот он как раз, пират Джин, мы его сразу покупаем. Но вы не забывайте, ребята, что обязательно нужно подрубить код ММА. Спасибо большое всем, кто меня поддерживает. Кстати, наушники я даже не чувствую, потому что у меня вся голова в бинтах. И боксерские, это важно, не в просто бинтах. И давайте мы с вами пойдем один раз в ШД скатаем. Посмотрим, как в ШД на пирате двигаться. Давайте дамаг возьмем, потому что хилить-то мы никого не будем. И после этого, ребят, если договоримся, что я покупаю этот Капитана Карл, этого Капитана Карла, а вы закидываете лайк, то мы это сделаем. Вы пока катку подумайте, согласны ли вы на такой челлендж или нет. Потому что у меня 400 гемасов уже осталось. Как-то тоже жаль тратить на персонажа, на котором у меня и так есть скин. Так, окей. Надеюсь, меня слева не будут фигачить вот с этой стороны, потому что я оттуда не особо вижу. Хотя, в целом, одним глазом тоже неплохо смотрится, но сейчас мы это проверим в деле. Ключевое, что напрягает, это то, что правый глаз тоже хочет закрываться из-за того, что левый прикрыт. Спасибо, Макс, реально, спасибо тебе большое. Ой, блин, а вот тут Морти. Ладно, немного по-другому катку начнем. Нужно более осторожничать. Я на самом деле Сэнди как раз таки и с той стороны видел, с которой прикрыто все, и не особо чувствуешь дистанцию. Я не знаю, как это сказывается. Это не назвать тем, что я ничего не вижу. Это называется, наверное, как-то отсутствием чувства. То есть ты не чувствуешь эту дистанцию. Хотя, я знаю, вроде где-то в Германии есть немецкий стример, который реально, типа, ну, как бы без глаза и, как бы, катает неплохо. Так что, чувак, красава реально, потому что это нелегко. Особенно, когда у тебя вот так с двух сторон щемит. То есть, я как будто игру не чувствую. То есть, я все вижу, но мне как будто не хватает немного вот этого предикта. То есть, вот когда он у тебя слева начинает стрелять, ты это понимаешь только, когда твой правый глаз начинает это видеть. Это пипец. Так, он ушел. Окей, погнали за ним. Я такой современный, да, пират? Боксерский бинта. Да, вот это ты молодец. Вот это тебе лайк. Вот это ты класс. Ультует он. Ты чё, попутал, что ли? На пирата бузишь. Где мой корабль? Где Леон? Сейчас мы накопим на ульту. Леончику будет весело. Так, Леон прячется. Леон боится. А, Мортис. Ну, прошлую катку помню, да, Мортис. Так что иди сюда. Вот этого Леона помню, который настреливал по мне. Так, окей, окей, давай. Он сейчас с инвизом может выйти. Ладно, еще толкнем. Не, пока сидит. А где он?
Ну, короче, опять против меня, но я признаюсь честно, ребят, это очень сложно. Я тупо не чувствую игру. Я как будто все вижу, но ничего не могу. Это не знаю, как описать, наверное, это чувство рандомов, которых вам дают в тиму. И давайте, ладно. Я думаю, что это обмен неплохой. Давайте с вас лайкосик прямо сейчас. И я покупаю этот скинчик. Скоро Джеки, кстати, выходит через 2 дня, да? Потому что у меня есть Карл. У меня есть Карл, где он? Вот такой вот. Поэтому давайте. А ладно, сначала. Хотя все равно, может быть, вы уже закинули все лайкосы. Давайте берем этот скинчик капитана Карл. И у нас есть еще один нюанс. У нас есть еще один пират. Это вот он. Вау! А я не покупал его. Ладно, пофиг. Тогда на капитане пойдем. Вот это я забыл. Я думал, что у меня пират тоже есть. А кстати, а почему его в продаже нету? Почему есть эти два, а того нету? Блин, реально очень сложно смотреть. У меня глаз напрягается. Одним глазом играть еще тяжелее. Вся нагрузка идет на него. Но пас я все равно передать смогу, даже с одним глазом я играю лучше, чем мои типичные тиммейты, которые попадаются в основном на 800+, играя на звере. Ну вот и все. Эта каточка была легкой. Давайте сыграем еще одну. Может быть, найдем что-то потяжелее. А почему, кстати, не появился в продаже, если это пиратская тема? Давайте, ой, вот так сделаем. Если это пиратская тема, почему в продаже не появился кольт? Это интересный вопрос, но на него я отвечать, пожалуй, не буду, потому что я ответа не знаю. Против нас Мортис. Ой, Мортис, Пока, у нас Би есть. Пацанам, походу, не фартануло, у нас еще и Спайк есть. Да-да, отхилишь, конечно, отхилишь. Конечно, ты отхилишь, сладенький. А когда он прима потерял, он просто встал. Не знаю, что теперь делать. Его смысл жизни потерян, хилить некого. Себе хилить это не то. Есть один гол на пиратском корабле. Мы тащим нормально. Нормально я пролетел, накопил на ульту и вернулся к себе на корабль. Они решили обойти, да, типа через Би это не сделать. Решили это сделать через Спайка. Но тут я тоже на корабле, все на связи. И это еще один довольно-таки легкий гол. А что же еще у нас есть? У нас есть Карл, у нас... Блин, я не на пирате играю. Серьезно, это сказывается вот здесь, ребята. Блин, ну я не могу. Я не могу ни купить ни скин и потом не забыть его поменять. Я думаю, что-то не то. Но все-таки я, благо я никак в катке с кольтом. Кстати, да, уже повязка падает. Благо я никак в катке с кольтом. О, капитан на капитана. Вообще, хотя бы это вспомнил. Блин, это эпик фейл. Опять будет 500 комментариев именно по этому поводу. Блин. Джулиан, бери мяч. Да я... Пацаны, у меня такое ощущение, что у вас вообще все глаза закрыты. Ты куда прешь? Так. Бом-бом. Карл, главное, на лоу решил залететь, на мой корабль. На абордаж взять, но не тут-то было. Ну вот видите, как вы видите, сказывается, это неплохо. Так, увернулся неплохо. Блин, ну почему не стрельнулось?
Я бы ее убил бы. Ладно. Вообще, Мортис на изи, да, ее снесет. Вот сейчас это и было. Блин, очень тяжело играть прям потные катки, потому что тупо чувства нету. Включи ульту. Ну да, ты включишь ее, когда сдохнешь, да, уже? Чувак, сейчас забьют. Ой, хорош. А пацаны могли просто зайти. Да я попасть не могу. Не, вообще невозможно. Ну еще и с такими тиммейтами, боже. Ну почему именно все вот так вот происходит? Это реально сложно. Типа более-менее хотя бы чуток надо прям попадать хорошо. И нужно будет уворачиваться, все. Это пипец тяжело сделать. С одним глазом это практически. Я типа в стенку попадаю, хотя я вроде бы смотрю правым глазом, что вроде бы этот кирка пролетит. Но одну надо нам заточить по-любому. А то что я на скине-то другом играл. Победитель. Я гаджет случайно нажал. Я случайно не мог найти свои эти. Я джойстик свой потерял. Не, реально, сказывается. Чё за фигня? Чё за фигня? Короче, я там поджег всем пукан. Остал. О, на ульте забил. Ладно. Самое главное, чтобы мой пукан сейчас не подожили с этим одноглазым пиратом. Так. Окей, у тебя уже третий. У тебя уже третий. Самое главное, не потеряй этот уровень. Береги его. Так. Раскидываем Фрэнка. Погнали на Мортиса. Пока, Мортис. Все, вроде бы я приучился немного к глазу. Теперь я одноглазый бравлер. Джек Воробей. Хотя Джек Воробей не был одноглазым. Но это не отменяет того, что мы затаскиваем эту катку, ребят. Если вам такая темка понравилась, может быть, еще и вернем. Хотя мне не очень понравилось, потому что правый глаз напрягается очень люто. Ну, в общем, будем на этом подводить итоги. Надеюсь, мы с вами еще увидимся по этой теме. Так что всем удачи и всем пока. С вами был Пират ММА.